Волонтеры Фонда поддержки реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт яхт-клуба Санкт-Петербурга отправились на яхте «Лукул» в экспедицию «Дорогами Петра I». Это поход по островам Выборгского залива. Первая остановка – город Выборг. Переход от яхт-клуба Санкт-Петербурга занял порядка 17 часов. Погодные условия на Балтике никогда не бывают простыми или легко предсказуемыми. Естественно, в этот раз нам точно так же погода подкинула несколько сюрпризов. Но нет ничего непреодолимого. На борту как опытные моряки, так и новички. Выборгский залив – хорошая акватория для обучения управления судном. Здесь сложные фарватеры, многочисленные повороты, часто меняется направление ветра. Цель экспедиции – приведение в порядок захоронения русских моряков на острове Навик. Там некрополь, который существует еще со времен Северной войны. Это дань памяти, это сохранение нашей морской истории. И отказываться от этой памяти значит, на мой взгляд, предавать себя. Также их смены зайдут на острова Вихревой и Маячный. Всего за время похода они пройдут 200 морских миль. Кроме того, что я первый раз за штурвалом, я первый раз кок на корабле. И всем это нравится. Вот уже несколько лет мы приходим на остров Навик с тем, чтобы приводить в порядок захоронения, восстанавливать могилы наших предков, таких же моряков, как и мы.